К другим темам. Ледовая переправа через Иртыш в Тобольске работает последний день. 31 марта ее планируют закрыть. Лед на Иртыше тает. Последние две недели переправа работала с минимальной нагрузкой. Проезд был разрешен для автомобилей массой не более 5 тонн. Остальные ледовые переправы в Тюменской области уже закрыты. В том числе и в Тобольском районе. В Заболотье ранее завезли дизельное топливо и лекарственные препараты вплоть до необходимых вакцин.